Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня прокачка нового героя. Вы знаете, я обычно это люблю делать быстро, поэтому мы сейчас будем качать его, вкачивать, смотреть, как изменяются характеристики, что за герой на максималке, что он может, как он может. Герой реально обалденный. Показывал я уже, что автопрокер, дальник, очень много интересных вещей есть на нем. Иммунитеты, увеличение атаки, уменьшение, в общем, все, что надо, есть. Давайте сейчас будем немножко подкачивать и тестировать. Качаем до, скажем так, сначала качаем до первой эволюции практически. А потом дальше уже будем прокачивать скиллы, смотреть, что он может. Ой, я уже эволюцию сделал. Что-то запизделся и сделал. Ладно, качаем, короче, первую эволюцию и смотрим, что может герой на эво. Я не буду заморачиваться, я сразу качаю вот так вот все. По максималке. Хорошо, хоть скилл не качнул. Хоть посмотрим, что может герой. Находится он в фракции святого, то есть такое себе, не стандарт, скажем так. Если он был бы в зеленый, это вообще был бы топчик. Так, окей. Сейчас мы прокачаем ему соточку, чтобы поставить топовую эмблемку, сразу восьмую. Отлично, как только обнова, кто-то нам мешает, ребят. Давайте даже сделаем так. Докачаем до 8. Девятку я не буду пока вкачивать. Вот ремку поставим, чтобы был автопрок. Ну и для теста нам неплохо будет. А тут поставим, давайте даже пак нам надо 96. Отлично. То, блядь, отбивные хочешь, что ли? Так, хорошо. Качаем. До 96-го нам надо. Так, до 96-го. Сливаем немножко самики. Достался нам герой, в принципе, очень дешево, поэтому можно потратиться на прокачку. Не терять времени, скажем так. Так, отлично. 96-й есть. Что, попробуем с пактом, наверное, на максималку сделаем на урон. То есть такую сборку более-менее. ПВПшный вариант, скажем так. Ну, эво мы делать пока не будем второе. Поехали, давайте с подземки начнем. Только не с этой, а вот с 8. Интересно здесь посмотреть, что сейчас она будет выдавать. Или он, или она. Но посмотрите на урон. Конечно, у нас сейчас тут ремка. Есть стан. Это минус, конечно же. Сейчас посмотрим, что там по характеристикам. Но, скорее всего, жизни не так уж и много. Но посмотрите на урон. Так, ремка у нас, в принципе, уже пропала. У нас остался только пакт и первая эволюция. Но у нас нету агментации. То есть, это герой такой, скажем, стоковый вариант. Бьет по всей карте. То есть это однозначно плюс. Можно будет использовать во многих локациях, но опять же надо защиту от стана. То есть как вариант железная воля и вперед на подземке. На подземках будет реально очень круто смотреться. Так как имеет и деф, и атаку, и зона в принципе не маленькая. Сейчас посмотрим, пусть идет до драконов. Вот отлично. Это смотритель там ударил, так вы можете подумать, что это она ударила. Или он. Так, ну урона в принципе относительно неплохо. Так, вот улучшился, видите, деф пошел, вот стало меньше 50%, там насколько описание достоверно, и улучшилась сразу же защита, не пробивает. Вот смотрите, вот это реально будет имба, ребят, реально очень кайфовый универсальный герой. Это первая эволюция без прокачки скилла.
То есть, чтобы вы понимали, это реально круто. Это только пакт, по сути, один на герой, первый скилл. Окей, поехали, делаем аугментацию. Подкачаем немножко. Собирать, я думаю, на уклонение. Сейчас глянем статки. Какие статы у героя, я что-то так не посмотрел. Рассказываю вам, а статы не посмотрел. Ну, 168 тысяч, первая эволюция, я вам скажу, это немало. Так, чтобы понимать, для первой эва, вот смотрите, стрелок, вторая эва, 168, 200, в общем, нехило так, по сути, это будет охрененнейший танк. Сейчас посмотрим, что на максималке получится у нас. Но в PvP будет герой очень жесткий. Я уже прокачаю на максималку, сделаю вам обзорчик. Посмотрите. Так. Так, сделали мы агментацию. Ролим созвездие. Так, крит ставим. Я соберу так на урон первоначально. Еще крита подкинем. Отлично, крит, жизнь. В принципе, можно жизнь. Потом буду все равно перероливать. Главное, чтобы критовало побольше. Посмотреть дамажный вариант. Ну и чары надо будет выбить тоже. Так, окей. Так, надо поставить вам на закачку следующий видосик. Как же вы без видоса? Да, ребят. Так, поехали дальше. 5 крит. В общем, у нас будет дамажный вариант такой. Для теста уклонения нам нафиг не надо. Крит урон 5. Отлично. Все по заказу, ребят. Поехали, чары. Поставим какие-то. Ну, конечно, тоже, опять же, на дамаг было бы неплохо. Словить что-то интересное. Ну, вот хранитель леса тоже, в принципе, как вариант для подхила. Не надо мне второй хранитель леса, давайте один. Думаю, все-таки дамажный вариант будет в приоритете, так как герой автопрокер. Будет очень интересно. Доспех тоже как вариант. Сейчас посмотрим, что по жизни получится у нас в итоге на второй эволюции. Так, пиромах это не то. Не хотят нам дать атакующий талантик. Конечно, защита от стана нужна. Вот это вот самая большая проблема будет. Скорее всего, и железка тоже будет использоваться на героя. Если на PvP локации, то однозначно. Потому что без железки будет реально сложно. Ну, опять же, вариант ремка. Возможно, будет скин. Кстати, странно, что скинов не добавили. Я еще не увидел, но скинов я пока не видел. Они замахались, походу. Решили мини-обновку сделать. Так, ну это не то. Блин, где атакующие таланты? Просто жесть, ребят. Пиромаги, все, что хочешь, дают. Атакующих талантов не дают, ну. Пиромах пятый. Ладно. У
попробуем Дафной такой вариант с атакой. Так, окей, сделали, поехали, давайте где-то в рейдик протестируем, посмотрим, что у нас получится на выходе. Так, а герой автопрокер, в принципе, дамага должно быть нехило так. Ну что я могу вам сказать, вы в принципе сами все видите. Видели, сколько урона она... Посмотрите, что она делает. Это просто жесть. Это, ребят, это первая эволюция пока что. Смотрите, Дафны просто жесть. Я в шоке. Вот так нам бурится, ребята. Посмотрите на это. Посмотрите, как Анубис ее не может пробить. Это при том, что у нас стоит пакт. Это жесть, ребят. Что не обнова, то вечно нас, вечно к нам хочет кто-то добраться. Блин, это реально круто. Вы видели это, я тоже это видел. Ну пусть побурят, пусть побурят. Все равно мы выбили новую ебу. Так, окей, что, поехали, делаем вторую эво. Ребят, это был первый скилл. Это был первый скилл, атакующий вариант, и вы видели, что она сделала. Это просто жесть. Не знаю, мешает, не мешает, похрен, зато у нас есть герои, мы делаем дальше контентик. Так, хорошо, 12-й скилл мы потом докачаем, поехали, делаем вторую эволюцию. Ну, мне герой реально понравился, не знаю, пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу, но герой реально очень крутой. И то, что делает, это реально жестко. Я не знаю. Действительно, это будет... Посмотрите на жизнь. Это, по сути, сейчас будет новый танк. Да запарили, блин. Видите, где-то по-любому кто-то стрим-снайпит. Говорю, стрим-снайпит, смотрит мой канал и специально это делает. Так, вот так вот, ребят. Максималка. Что мы имеем на максималке? 294 тысячи жизни. Это танк, ребят. Это новый танк. Атаки под десятку. Не так уж и много, но... Это новый танк. Реально танк. Посмотрите. 292 рину. Жесть. В общем, вот как-то так. Пишите в комментах, что вы думаете по поводу нового героя, но это нереально круто. Ну все, я вам покажу уже максимальную прокачку, 12-й скилл, думаю, не буду затягивать. Я вам показал так основное, то есть герой автопрокер, офигенный дамагер. Ну просто это реально просто имба-герой без доната. Такой же, как и Лазуля, как и Фрея. Новая имба, танк, автопрокер, дальник, мега урон. Первый скилл, блядь, и это просто аут был. Вы видели, что она творила. Все, всем удачи, всем пока.